Здравствуйте, Вера Петровна. Здрасте, здрасте. Кому здрасте, а кому и до свидания. Здравствуйте, Надежда Прокопьевна. А? Доброе утро. А, Любочка, здравствуй, здравствуй, хорошая. Давай. Давай, давай, просыпайся. Давай, давай, давай. Ну, хватит притворяться. Давай, вставай. Мам, можно? Давай так, сегодня еще дома посидишь. Ну, посидишь, посидишь, а завтра посмотрим, да? Угу. Вставай, давай завтракать. Одевайся. Да, сейчас. Вставай, сынок. Да. Вставай, вставай. Угу. Ура! Гол! Как мы подели? А я вообще без защитника. А я что, один гол играю? Это нечестно. Эй, эй, парни, смотрите. Мишка, выходи! Тебя не хватает! Нам защитник нужен! Э, мячик, стой! Мячик, стой! Мелкий, стой! Давай, пас! Держи, держи его! Хорошо-то? Аккордеончик хороший. Ой, хороший. Любонька, золотая моя, тебе же за комнату скоро платить, а? Нет, ну, у вас трудности? Я могу Надежда подождать. Надежда Прокопьевна. Нет, если трудно, я... Да нет, нет, вы не волнуйтесь, все нормально. Нормально, да? А то ведь это... Я подожду. Вы скажите, может, вам дорого, а? Все в порядке. Дядя Митя? Ладно, хорошо. Дядя Митя! Дядя Митя! О, Михалыч! Ну, как ты там? Ну, как ты, еще болеешь? Мама говорит, папа, да. Мне так здоров, 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 здоров! Припёрся, да. Михалыч, иди к себе. Я с тобой разговариваю, между прочим. Шевелись! Я из-за тебя на работу опаздываю. Горячо. Хороший у вас мальчик-то. Красиво играет-то. А с денежкой я могу подождать. Спасибо. Хороший аккордеончик. Ты мне долго жизнь травить будешь, мерзавец.
Вера! Пей! Что я? Где ты нос шлялся? Подлец! Мерзавец! Вера! Кретин! Ну, пожалуйста, пьяница! Не кричи, там все слышат! И буду кричать! Пускай все знают! И знают уже все, что ты алкоголик! Ты посмотри, на кого ты похож! Ты посмотри, кем ты был! И кем ты стал! Посмотри ты на себя в зеркало! Где получка? Деньги давай сюда. Совсем сломались. Пикают, когда захотят. Это что, все? Вера, нет, конечно. Остальные где? А там много, если... что ли было-то? Ну, посидели с мужиками чуть-чуть-то, и все. Идиот! Идиот, и на хлебник, это же надо мои деньги. Мерзавец! Не хочу. Все деньги просто теперь до моих мечтай добраться. Не захват. Пожалуйста, поиграй во что-нибудь другое. Мне нужно очень позвонить. Ну... Это по поводу работы. Алло? Отдел кадров... Здравствуйте, я по объявлению по поводу работы. Ха! Да. Вперед, за мной! Стреляйте! Это же чай. Главное, чтоб Вера не увидела. Вот здесь. Давай, давай. Ну все, иди отсюда. Подай пальто. Дай. А это что? Ой, что это? Это я. Я чай пролил. Ты нарочно. Ты это нарочно сделал. Ты это назло сделал. Пьяница. Вредитель. Подай мне старое пальто. Мерзавец. Все назло. Все нарочно. Ну, подожди. Я вечером... Я тебе устрою. Подожди. А? Извините меня, дядя Митя. Я не хотел. Да ладно, Михалыч. Сегодня я тебя, завтра ты меня. Спасибо! Что я... Вперед! Прием, прием, база! Прием! Не окружили меня! Мне нужна подмога! Скорее! Наши, ко мне! Скорей! Сюда! Тс, я гляну! Все больше, и они все ближе. Вы готовы? Тогда в бой! Михаил, ты че орешь? Телевизор мешаешь смотреть? Я не ору. Да? Я наших защищаю. Наших, ваших, тоже мне. А ну тихо. Что это такое? Не один живешь.
Я в укрытии. Ты что тут делаешь? Тут, я смотрю, тихо стало. Нет, чтобы делом заняться. Книжки почитал. Бездельник. Попался. Конец связи. Конечно, конечно. Пиу, погоня. Прием, прием. Да, хорошо. Погоня, погоня. Спасибо. Мы уничтожили его, возвращаемся на базу. Миша, Мишка, я нашла. Кажется, нашла. Ну, давай, сыграй что-нибудь. Знаешь, надо будет сказать Ольге Борисовне, что я не смогу тебя вовремя забирать. А может, дядя Митя сможет? Не знаю. Знаешь, мама, я сегодня ночью слышал, как весенний первый дождик шел по крыше, осторожно, словно кошка, шел упрямо. Я поймал его в ладошки, знаешь, мама. Вера Петровна, что случилось? Случилось, моя хорошая. Где мои деньги, ты? Я не понимаю, мам. Вот, Надежда Прокопьевна, вот, посмотрите, вор, ворюга стоит. Так говорить, ты зачем мои деньги спер? Зачем спер, спрашиваю? Деньги. У меня свидетельница Сколько есть. Сколько там было денег? Да, я видела, подвешивал, что-то шуршал. Я видела, вот, видела. Вот, а кто их брал? Я ничего и не брал. И тот пьяница-клянца, что не брал. А кто же их тогда брал, если не ты? Петровна, сколько Ну-ка, давай деньги. У вас пропало. Не... А то вы не знаете. Так. Или это мамаша надоумила. Соседи обкрадывают. Вера Петровна? Да. Вот возьмите все, что у меня есть, возьмите и уходите. Нет, моя дорогая, я просто так не уйду. Вы зачем в этот город приехали? Вот за этим? Да? Чтоб соседей обворовывать? Что вы добились своим трудом? Детеныша произвели. Да ежели у вас средств нет, не надо детей заводить. Чему вы их научите? Чему? Воровству? Дрянь такая. Вот, Надежда Прокофьевна, кому вы комнату-то сдаете? Полюбуйтесь. Понаехали тут. Да, Вера Петровна права, вам придется съехать. Да. И сегодня же. Я не могу вам больше сдавать эту комнату. Не могу. Ну, Надежда... Да. И извольте рассчитаться. Меня не волнует, где и как вы достанете денег. Меня не волнует. Чего уставился? Сами воруют, а денег нет. Варьё!
Миш, ты куда? Миш! Тебе чего? Этого хватит, чтобы заплатить за квартиру. Сломал, небось? Нет. Врёшь. А ну-ка, сыграй. Скоро кончатся Thank you.